Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами рисовать белого мишку в шарфике с подарком. Для этого нам понадобится блокнот или альбомные листы, затем простой карандаш, стерка и набор цветных карандашей. Ребята, а прежде чем мы начнем рисовать, вы обязательно подпишитесь и посмотрите мои видео полностью. Я очень стараюсь, рисую для вас, чтобы вам были интересны рисунки, чтобы вы по ним рисовали. Поэтому не забывайте подписываться и смотрите видео полностью. Они не очень длинные. Поэтому смотрите и рисуйте по ним. А мы уже начинаем рисовать медвежонка, белого мишку. Ушки мы ему уже нарисовали. Рисуем глазки. Носик, и ротик. Теперь начинаем рисовать шарф. Это лапа медвежонка. Лапки рисуем медвежонку такие косолапенькие. Еще одну лапку рисуем. В этой лапке медвежонок будет держать подарочек. И рисуем сам подарок, который он держит. И бантик рисуем. Дальше нарисуем еще одну вот косолапую лапку движенков. Мы нарисовали медвежонка уже простым карандашом. Теперь будем рисовать его цветными карандашами. Уже тут разукрасила фон и обвела медведя. Что продолжим мы с вами разукрашивать дальше.
Такой вот у меня мишутка получился. Медвежонок белый с подарком. А вы подпишитесь на канал Анчик Нарисуйка. Напишите, понравилось вам такой урок по рисованию с белым мишкой. Пишите в комментариях.